गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कलिं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्राह्मणां ब्राह्मणस्पत आनाः शृण्वन् नूतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वार्यमान् शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु हवतु मां हवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरन्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
Ну, давайте попробуем начать с того, что транзитные циклы, о которых мы завели речь, выступают в роли факторов накопителя кармы. И накопителя и как бы реализатор кармы. То есть то, что переносит карму через время. Ты сейчас сделал что-то, потом должен будешь за это получить какой-то результат. Ты что-то вкладываешь в мир, и, соответственно, мир тебе показывает, как это выглядит с другой стороны твоего субъективного восприятия. И чтобы это сквозь вот совершить, сквозь время, нужен какой-то носитель, корабль, который в себя эту карму впитает, потом через какое-то время ее как бы вскроет из пространства. Вот это грахи. И рассмотрим так, что по этому же принципу происходит. То есть мы можем рассматривать циклы с двух точек отсчета. С каких точек мы можем это делать? Вот транзит циклами ходит. Где та точка, на которой начинается новый цикл? И заканчивается старый. Ты все? Я же говорю, две точки. Да, правильно. Так, натальное положение тоже, да. То есть у нас есть два способа рассмотрения. Первый способ, который вы назвали, когда овен это начало, а рыба это завершение. Это рассмотрение транзитов или чего бы то ни было еще, от Кала Пуруши. Ну что такое Кала Пуруша? Кала — это время. То есть это универсальный космический фактор, который подходит вообще всем. Понимаете? То есть, например, Юпитер заходит в знак Рака. Напишите что-нибудь, что... Чему это способствует? Ну, абсолютно любое, как бы вот. Ну, тут не любое. Тут надо логику понимать, о чем я говорю здесь. Любовь, пишите. Ошибетесь, так ошибетесь. Не относитесь так серьезно.
Юпитер зашел в знак Рака. Счастью внутреннему, хорошо. А почему? Юпитер там экзальтирует. Не о том речь, а речь о том, что это знак рака. А знак рака это какой номер? Цифра какая? 4. А это 4 для кого? Это чей четвертый дом-то? Для Калапуруши. Поэтому абсолютно неважно, у кого, какая, где лагна находится. То есть это космический закон. Это касается абсолютно всех, потому что энергия Юпитера в космосе сейчас для Бога, для Кала Пуруши, для энергии времени. Вот как бы надо понять, что Кала Пуруша это олицетворенное время. Это как бы человек, ну как бы Бог в форме, как бы в форме времени, части тела которого являются вот этими разными 12 делениями. И почему счастье внутреннему сопутствует? Потому что это его четвертый дом, дом внутреннего комфорта, счастья. Точно так же Юпитер заходит в рак. Вполне это способствует реализациям, там, обучению или, например, обретению семьи или, например, что-то хорошее, как бы мощный напор, потому что экзальтация, да? Мощный напор хорошей кармы, направленный на жилище, да, человека, на его дом, на его маму также. То есть это вот такое благоденствие. Потому что четвертый дом. Точно так же Юпитер в Скорпион входит, происходит трансформация. Понимаете? Вот и давайте посмотрим на Скорпион. Когда он был последний раз в Скорпионе? Наверное, году в 2017, да? Юпитер это Джива. Ну, то есть, когда он был? Сейчас. 2018. Ну вот, 2017, то есть осень 2017, вспоминайте. Осень 2017. Вот всех, кого я знаю, более-менее, с кем в тот период я так куда-то я не туда дошел опять. Или 2018. Конечно, так сложно, может быть, разобрать.
Ну да, вот тут надо месяц вперед. Октябрь 2018. Ну тогда я уж не помню, если честно. 17 цифр у меня там откладывалось, чего-то такое было. Но не исключено, что это 18 на самом деле. Ну тогда ладно, частный пример не буду приводить. Но суть в том, что Джива Карп. Юпитер это Джива. Юпитер это Джива. Дживой является каждое живое существо. Поэтому Юпитер влияет на всех живых существ. И вот он входит в знак Скорпиона. Происходит соответствие, соответственные вещи. Это может быть Адхарма, кстати говоря, не так ли? Это может быть трансформация, может быть Адхарма, может быть увлечение мистикой, астрологией и так далее. Может быть, ну и йогой, да, и прочее. Может быть, резкие падения, травмы, насилие, ранения, падения. То есть реализация такая вот кармы. Но в Скорпионе она будет своеобразна. Скорпион, Юпитер в Скорпионе, если он указывает, что это Джива, как бы испытала кризис, да, то это всегда для трансформации, это свойство Скорпиона. Даже если там падения, ранения всякие, там смысл не в отработке кармы, да, а то есть там свой принцип у Скорпиона есть. Принцип трансформации такой. Ну и падение, ранение, логично, знак марсианский. Там все будет зависеть от положения Марса в тот или иной момент времени. Вот когда Юпитер в Скорпионе и Марс, например, в Раке, да, падает, вполне вероятно. Потому что Джива пошел в знак трансформации, а управитель этой трансформации пошел там куда-то. Или с частью тела, там Марс идет, показывает на близнецы, то есть на какие-нибудь руки там. Ну, это уже, то есть, картина, которая вырисовывается, и там смысл можно увидеть конкретные цепочки всей этой. Так вот, это происходит универсально для всех. То есть обычно, допустим, вот Юпитер в экзальтацию входит, да? И то есть сразу понятно же, да, что у всех как бы хорошо должно быть, потому что Юпитер. И человек начинает перечислять караки Юпитера, что будет хорошо там, ну, для темы детей, учителей, учеников, духовности, религии. Дхармы. Финансов. Качество жизни, да? Но это перечисляется Юпитер. Никого ж не смущает, что Юпитер там у всех там в разных домах будет находиться в экзальтации. Нет, не смущает. Потому что Юпитер-то у всех один и тот же. Точно так же здесь. Юпитер входит в знак Рака, и поэтому все качества, то есть знак Рака универсален. Он может в разных домах находиться, но само по себе это просто космическое базовое состояние, которое каждый ощущает, но по-разному воспринимает. Понимаете? То есть космическое базовое единое состояние – это состояние времени, состояние Кала-Пуруша, это как бы объективная реальность. У него Овен всегда в первом доме, Рыба всегда в 12-м доме, и это все переживают. И Юпитер в Раке, который находится, это Юпитер в 4-м доме Кала-Пуруша, и все это переживают. Но из-за того, что у каждого индивидуальная лагна, все переживают это по-разному. Но это не отменяет результаты для Калапуруши. Поэтому от Калапуруши просто вы можете взять транзит хоть сейчас. Понимаете?
открыть карту, например, и вот взять Овен за Лагну. Луна у нас сегодня в 10-м доме, например, работы. Сатурн сейчас в доме роста. Кету сейчас в 7-м доме и уже давно. То есть не способствует, да, темам партнерства противоположного пола, во-первых. А во-вторых, склоняет к вспышкам кармическим оттуда каким-то из прошлого, так скажем. Марс, вот, например, в 4-м доме падает, да? Это значит, что внутри грусть, да, сегодня. Не было у вас грусти сегодня? Или чего-то такого? Была. Ну, то есть это нормально в период, когда Марс в раке, испытывать какие-то такие упадок, моральный упадок, да, какой-то, что-то в этом духе. Потому что Марс падает в 4-м доме, и это как бы переживается эмоционально, потому что это в раке происходит, в 4-м доме. Венера в 3-м доме, творчество. То есть руки плюс Венера, да, то есть какая-то творческая энергия. Вот уже 9 дней. Ну, первый дом я тут не буду, да, уже брать. То есть, ну, кстати, даже формируется некая, видите, какая симметричная комбинация, то есть формируется зажатость эго, то есть тюрьма такая небольшая. Понимаете, да, о чем я? То есть у нас есть первый дом, он окружен 3-м, 11-м, 4-м, 10-м. И 7-й тоже. То есть очень так аккуратно, да, галочка такая нарисована. Именно сегодня, потому что Луна зашла в 10-й. Ну, не только сегодня, да, 13 часов назад. То есть, ну, и без того тоже. И без того тоже, то есть тут 3 и 11 Венера с Сатурном это делают. Но вообще это не так давно началось, то есть Марс он перешел только вот пару дней, да? Два дня. Ну вот два дня Марс перешел, то есть это тема как бы бандхана-йоги, да, понимаете? Связанность вот эта, потому что Марс до этого был в Венере, и как бы он перевешивал Сатурн на другой стороне, и была как бы, тюрьмы не создавалось. А теперь Марс перешел, и Венера с Сатурном формируют вот эту, как минимум они формируют тюрьму. А тут еще Луна перешла 13 часов назад, да, в 10-й дом, и она тоже сформировалась с Марсом. Поэтому такое состояние, что непонятно. Непонятно, куда поворачиваться, потому что как-то как будто бы никто тебя не связывает, но вроде как-то и непонятно, чем заниматься. Есть такое состояние, Любовь? То есть определенные обстоятельства, которые задают такие рамки, в которых нет возможности... Да, вчера вечером выражено было. Причем, видите, тут как бы надо рассматривать, вот с чем связана эта связанность. Например, в 3-м доме творческая Венера. То есть она побуждает к действию творческому. Что-то надо делать, что-то надо создавать, надо менять, надо там покрасить стены, там ремонт сделать. Еще там что-нибудь, не знаю, носки вязать, что угодно. То есть энергия творческой Венеры в 3-м как бы доме рук. И с другой стороны, в 11-м доме Сатурн какие-то там, ну, в узком смысле это ограничение, работа, обязанность, долг, вот по такому контексту.
именно типа занятость. А в более широком смысле это просто временное обстоятельство, что время говорит, ну, как бы это космическое время, то есть оно делает все гармонично для всех, а не только для тебя. Поэтому время, оно не всегда дает зеленый свет, надо иногда ждать. И то есть вот приходится ждать. С одной стороны есть творческий заряд, с другой стороны приходится ждать нужного времени. Потому что обстоятельства не способствуют выражению этой творческой энергии прямо сейчас. И вот это формирует такую вот связанность, как бы, да, для первого дома, для личности. Ну, то есть это ж так все, что я писал. Просто это универсально, это переживается всеми, потому что это Акала Пуруша. Поэтому можно просто даже атомно смотреть, видите? И так или иначе это будет переживаться существами. То есть даже такие вещи, как вот всякие банхана, йога там и прочее. То есть надо понять, вот мы живем, и у нас лагны меняются каждые пару часов, понимаете? Но реальность, она вот стабильно какой-то фон держит, она постоянно какая-то. И поэтому объективным фактором является рассмотрение времени от Кала Пуруши. В течение дня сменится, в течение суток все 12 лагн сменится. Но и какую нам брать тогда для понимания, что в мире происходит, так скажем, да, что вообще в космосе происходит? Нам надо брать так, как положено, как с самого начала заведено. Космическую голову ставить в первый дом. Овен. Поэтому начало циклов от Овна точно так же для всех универсально работает. Конечно, это очень сильно заметный, ну, нет, но это как бы вообще всех касается, то есть это любой планеты. Это и Луны касается, и Солнца, и Юпитера, и Сатурна, и Раху. Просто они именно на таком уровне масштаба показывают вот это начало цикла, какому уровню они соответствуют. То есть Меркурий, Венера, Марс, больше бытовой уровень. Луна, универсальный повседневный вот этот субъективный критерий восприятия реальности. Манас. Энергия сознания. Восприятие. Экран ума. Солнце, объективный временной фактор. Поэтому Солнце в Овен входит, все, Новый год начинается. Новый год для всех начинается, не только для меня. Для всех, абсолютно для всех, Новый год начинается с Овна. И по такому же самому критерию, для всех новый цикл Венеры начинается с Овна. Венера входит в Овен, и начинается новый цикл ее, по ее темам. У вас это заметно было в этом году? В прошлом году заметно, я спрашивал, помню. Вот когда она была в Овне? В марте. Март-апрель. Ну, то есть вот примерно, да? Примерно. С 11 марта по начало апреля. Заметно. И это каждый год заметно. Просто весна, Венера, она весной всегда как бы
Вовне. Ну там разница, там она иногда как бы, то есть, ну разница может существенно отличаться. Она иногда может быть в апреле в экзальтации, например, в рыбах, а иногда она может быть в феврале, как в этом году в экзальтации. То есть, а разница большая между февралем и апрелем. То есть чисто вот повседневно, да? Погода в апреле и погода в феврале. Разница большая. Но примерно все равно вот она вот в этой четверти года, весенней, как мы привыкли вот по 4 сезона разбивать. То есть февраль, март, апрель, вот где-то там она начинает цикл вовне. Да, и начинается новый цикл, новый год, только венерианский. Венерианский Новый год. Вот мы можем прям праздники делать. У нас будет много новых годов. Будет один Новый год, универсальный, объективный, солнечный. Будет венерианский Новый год, марсианский Новый год. Это означает, что все, новый цикл. Как бы наработки кармы начался. Ну, не только, то есть как бы в чем смысл цикла, что там в цикле существуют разные этапы. Есть циклы, ну, и как бы обобщенно это, ну, но это не наработки кармы цикла, это просто новый цикл. Например, когда в деву зайдет, понятно, что это цикл, ну, период прарабдха кармы по этой планете, да? Потому что это такой отрезок времени, когда вот этот граха, который Новый год начал вовне, он сейчас дошел в своем цикле до стадии как бы пожинания плодов. Причем мы можем сделать такой разумный вывод, точнее разумное предположение и попробовать заметить такие корреляции в нашей действительности, что у нас есть вот здесь вот Овен первый, вот здесь вот второй Телец и шестой Дева, шестой знак Дева, он в триконе к Тельцу, поэтому мы можем сделать вывод. Вот, допустим, Марс, допустим, в Телец, да, заходит. Марс заходит в Телец, и он, то есть принцип этой связи второго и шестого знаков в чем? Что второй дом кушает, шестой дом переваривает кишечник. И как бы наступает Новый год, допустим, Марса, да? Что такое Овен? Вот этот Новый год. А в чем принцип Овна? Какое слово, если к личности относить? Начало это понятно, если к личности относить тело. Ну, допустим, тело, но тело это, вы не понимаете немножко, тело это принцип как бы здесь. Как это называется, этот принцип? Но первый дом, он же особенный, чем он особенный-то? Первый знак, как бы, то есть. Эго, правильно. Эго. Овен это эго. Тело это то же самое, что эго, это просто принцип. Типа единица, как бы, понимаете? То есть единица в смысле вот, ну, принцип, как бы, единицы. Типа какая-то величина начальная, единица. То есть существует много чисел,
бесконечное количество, но во всех них они все состоят из одной единицы. То есть 2 это 1 плюс 1. 15 это 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 и так до 15. То есть это единица базовая. И это эго. Овен. Поэтому Марс, когда в Овен входит, и это начало нового цикла, в чем начало-то заключается? В чем смысл? Я уже затрагивал это, говорил. Некогда. Как нам сопоставить здесь это эго и начало? Как вы просто понимаете, почему Овен это начало и почему Овен это эго? Потому что эго это и есть начало, понимаете? Ребенок рождается, понимаете? Ребенок рождается, и он в какой-то момент говорит, это я. И все остальное это моя жизнь уже, значит. С себя начинается. Но начинается это вот с себя, это называется самоидентификация. Чувство себя. Задаются параметры. Например, тот момент, когда этот ребенок определил, что я мужчина, например. С этого момента он начинает жить цикл мужчины, понимаете? Он теперь живет как мужчина. Потом он подрос, он определил, что я школьник. Все, с этого момента он начинает жить как школьник. Это начало, понимаете? И оно зациклено на самоидентификации, на определении себя как то-то или то-то. Понятно? Поэтому Марс в Овне, он новый цикл, ну, Марс или любая другая планета, новый цикл заключается в том, что каков я есть по критериям этого грахи? Ну, с Венерой, может быть, проще понять будет, да? Допустим, Венера в Овне наступает. Вот в феврале было же. В феврале-марте, да? А, нет, не в феврале, в этом. Март-апрель, да, мы смотрели. То есть происходит самоидентификация, то есть кто я по критериям Венеры, какая я, какой я. По критериям, вот все, что связано с Венерой, творчество, красота, внешний вид и так далее. Внутренние эмоциональные вещи всякие, вот эти, сострадательность, в том числе сентиментальность и прочее. Происходит самоидентификация. Со всеми остальными планетами также. Вот сейчас Юпитер в Овне. В чем начало цикла-то заключается? Что Джива определяет, Юпитер это Дхарма. И Джива определяет, я кто вообще как Джива? Я по критериям Юпитера кто? Насколько я праведный? Насколько я нравственно, морально... Вот зрелый, например, да, или что-то в этом духе. То есть я какой? И поэтому на основе этого мышления и этих выводов выстраивается последующая жизненная эстезия этого индивидуума, дживы, Юпитера, воплощенного существа. Что я вот такой, я вот так, моя дхарма такая, я это вот такой, такое существо. И в соответствии с этим стезя выстраивается. Потом по этой стезе в разных этих знаках происходят разные процессы. То есть сначала самоидентификация, Овен. Потом второй знак, Телец. Телец это атрибуты, понимаете? Это внешность, понимаете?
она отражает внутреннее. Телец – это внешний вид, это лицо, это одежда, это пища. Да, если человек говорит, я вегетарианец, у него телец будет в растительной пище, там он будет пищу растительную есть. Если у него самоидентификация, я как бы... То есть все зависит, начинается с овна. Человек думает, я крутой. А крутой – это значит, что я бандит и наркоман. Соответственно, у него внешний вид такой будет, у него образ жизни такой будет. Это все телец. Внешний вид, образ жизни, питание, близкий круг общения, финансы. Это все к тельцу относится, это атрибуты. Вот так надо запомнить. Что овен – это... Вот это базовая единица. А телец – это внешнее ее выражение. Ну, даже это не ее выражение, а это ее именно атрибуты. Они присущи как бы вот этой вещи. Это закон сознания, понимаете? Это очень важная тема. То есть, как ты себя идентифицируешь, таковы такими атрибутами в ходе времени ты наделяешься. Но для этого нужно время. Вот сейчас Юпитер находится в Овне, например. Юпитер – это очень важная планета, потому что Юпитер – это самый объективный для воплощенного существа жизненно важный показатель происходящего вот этого процесса жизни. То есть Юпитер – это планета жизни. Калапуруша у нас состоит из 12 частей. И Юпитер ровно за 12 лет проходит всего Калапурушу. Понимаете? То есть он четко, как часы, это самый объективный и важный, то есть это самый центральный критерий, который есть. Поэтому сейчас Юпитер в Овне показывает самоидентификацию, ну, нацелен на самоидентификацию. Потом, исходя от этой самоидентификации, будет зависеть все последующие процессы Калапуруши. То есть это уникальное время, Юпитер в Овне сейчас. Тем более, я подчеркивал это. Тем более, когда он единовременно перешел в Овен вместе с Солнцем. То есть это настолько мощный космический вот этот синхронизирующий фактор. Это очень сильная и прям новая, как сказать, такая разделительная черта. Очень сильно меняться будет все в жизни у всех. Потому что мощнейшая вот эта синхронизация космическая происходит. Сила энергии космоса, атмана, то есть Солнце управляет пятым домом, это сердце Калапуруши. Солнце – это атман Калапуруши, понимаете? Солнце – это душа космоса. А Юпитер – это джива космоса, энергия жизни. Две птички. Обе новый цикл начинают. Ну, можно еще там долго, да, это все объяснять. То есть очень важный, когда вместе с Солнцем сейчас происходит момент вот этот. И вся его идея в том, что сейчас происходит Овен, самоидентификация. Юпитер определяет самоидентификацию в ближайший год свою. В соответствии с тем, какую он... Как он себя определит, выстраивается его дальнейшая стезя жизненная на ближайшие 12 лет. Ну, не то, что она там пьеса пишется, да, от и до, но вектор выстраивается. И потом по этому вектору он идет. Там в процессе этого вектора он может измениться. Для этого существует знак Скорпиона, например, трансформация. Трансформация, после которой либо как бы адхарма и падение,
Либо человек переживает этот кризис и переступает через эту ступень, оказывается в знаке Дхармы стрелец, где ему дальше нужно бороться за ту Дхарму, которую он вот у него получилась. Потому что это начинается вот уже третья парьяя. Вот первый этап транзита. Вот второй парьяя. Вовне самоидентификация. Ну вот как-то мы стали, в общем, колокольчик разбирать в итоге. Хотя вообще это немножко другая тема. То есть весь процесс цикла, он вот такой, вот по таким триконам. То есть огненные знаки, овен, лев, стрелец. То есть видите, я третью не соединяю, да, например, вот это земляные знаки. Третью не соединяю, потому что там дальше некуда, это уже начало нового опять будет. То есть это земляной, это принцип, вот, да, артха. Атрибуты вот эти, ценности. Да, кстати, это ценности. Смысл как бы. Артха значит смысл. То есть вовне себя определяет индивид как-то. В тельце обрастает соответствующими атрибутами, в том числе ценностями. Его как бы моральные принципы будут этому подчиняться. Если человек считает, что вот типа, он думает, я военный, я, значит, то есть у него есть образ себя, вот этот, такого воина, да? Соответственно, он выглядеть будет внешне, то есть там мышцы будет качать там и прочее. И его критерием будет тоже вот, что как бы его у него ценностью будет считаться быть как бы физически сильным, быть здоровым, быть могущим поднять вот максимально большой вес, да, например, булыжник сдвинуть там. Но для того, у кого идентификация другая вовне, для него это уже другие ценности совсем будут. Все зависит от вот этого овна. Так вот, процесс, например, мы можем понять по этой схеме, что процесс прарабдха кармы, да, шестого знака, это пожинание плодов, по сути, вот этого атрибутов, как бы, типа, к чему это привело, грубо говоря. Ну, тут посложнее чуть-чуть. Тут нужно другие тоже. Тут как минимум нужно третий задевать дом. Потому что шестой связан с третьим. Почему шестой связан с третьим?
Один управитель, правильно. Меркурий. Третий – это руки, действия. Шестой – прарабдха карма, то есть делаешь, потом думаешь, ой, зачем я это сделал. Прарабдха карма, проросшие результаты действий. Так вот, процесс полностью вот этот, чтобы его уже закончить, да, с прарабдха кармой, то есть выглядит так, что есть самоидентификация, типа, я такой-то. Раз я такой-то, то вот все второе, оно вот такое. То есть вот такие вот ценности, вот такой вот образ поведения там и так далее. И я в соответствии с этими атрибутами и с этими ценностями действую. Я действую определенным образом, раз я считаю, что вот так вот надо. И когда я действую, потом в итоге я получаю результаты вот эти. Почему он связан, этот шестой дом, в итоге не с третьим действиями, а в чем его здесь связь со вторым? С тем, что результат обретается от этих действий, вот этот третий этап, на основе побудительного изначального фактора, то есть второй дом атрибутов. И на основе этих же внешних факторов проявляется результат. То есть, ну, там, вот пример, да? Допустим, Овен, человек думает, значит, такой красавчик а-ля спасатель из Малибу. В тельце, значит, он думает, надо качаться идти. И он идет качаться, и он пьет всякие там какие-то специальные добавки. И все такое делает. И вот это вот то, что он пьет всякие добавки там и прочее, это уже тут связь, как бы тут без третьего не обходится. Потому что он, ну, как бы вот это действие активное, понимаете, он качается, у него есть распорядок дня, когда ему нужно, когда какие таблетки пить там, или там какие-то протеины. То есть распорядок дня — это уже интеллект, вот этот, близнецы нужен. Уже он листочек пишет себе, да, там список, все рационально, все по времени, это все близнецы. И это действие. Это он так действует. И вот он пьет эти всякие добавки, а потом, спустя вот еще пару фаз, да, в новом цикле, опять стадия атрибутов возникает, и он видит, какие у него теперь атрибуты стали в результате. Он видит, что у него... То есть он сначала вот принимал все эти там какие-то стероиды или что-нибудь еще. И себя чувствовал хорошо. И у него не будет проблем, пока вот эта вот фаза не настанет. И когда она настанет, он видит, к чему привели вот эти ценности, к чему привели эти атрибуты, эти смыслы. И они будут отражаться на этих же самых атрибутах. То есть мышцы сдуются там, да, например. Бывают там какие-то специальные вещи, там люди, они как-то накачиваются. Но если они сходят в баню, они сдуются. Ну, хотя, то есть это, а внешне он выглядит реально такой нормальный, то есть плотный, нормальный там. Ну, я не знаю, плотный, не плотный, но как бы типа такой он, рельефный, здоровый, мышцы, все такое. Но если он сходит в баню, то есть из него все это выйдет с паром, с этим. Ну, или там как-то еще, но, в общем, именно с баней. Там типа прям вот шутка, наверное, есть какая-то насчет этого. Поэтому, то есть на тех же самых критериях отражается, понимаете? Или, например, человек вовне думает, там, надо быть красивой. Поэтому идет и химию всякую себе там делает на лице, например. И сначала вроде все нормально. Но потом приходит результат, и человек смотрит в зеркало и думает, ой, да я же вообще очень некрасивая из-за вот этого, из-за вот этих же атрибутов.
Понимаете, да? То есть это чистое выражение вот того же самого принципа, только спустя вот эту парьяю. И это принцип, что во второй стадии ты как бы кушаешь телец. То есть ты вовне определил идентификацию, и поэтому в тельце ты кушаешь, как бы себя накачиваешь, напичкиваешь атрибутами, соответствующими твоему овну вот этому. И ты себя этими атрибутами напичкал, то есть съел как бы их, да? А потом в шестом в кишечнике начинаются проблемы. В шестом в кишечнике начинаются проблемы. И поэтому теперь, возможно, вам будет еще лучше, наконец, понятно, что такое козерог. Потому что козерог – это уже третий этап этого принципа атрибутов, который уже такой, типа, чудовище, и он такой, типа, ну, уже что случилось, то случилось, надо действовать, идти дальше. Такой позитивный знак, козерог, нацеленный на, да, действие, работу, вперед, упорство, и он. Идея в том, что чудище, что-то слепилось, что слепилось. Потому что во втором были атрибуты, тут они уже переварились, и уже и проблемы всякие, и непонятно что. То есть получилось. То есть, ну, это не значит, что обязательно чудище какое-то должно быть. Хотя по-любому какие-то будут такие моменты. Ну, то есть козерог — это слепленная карма, вот она именно ее слепили как-то вот. Это все начинается с тельца, с атрибутов. То есть это все принцип атрибутов. Но мы это называем, это не типа не атрибуты мы говорим артха, ценности или материальные достояния какие-то, да. Но это, чтобы понять, это именно атрибуты. Это все вот законы времени. Просто чтобы их конкретно, буквально на физическом уровне понять, когда что будет, это нужно просто понимать, какой ориентир тогда брать. То есть Юпитер тогда, значит, транзит Юпитера. То, что у Юпитера в Тельце, чем он будет, то, что, чем будет себя Юпитер в следующем году, какими он будет себя в следующем году атрибутами накачивать, зависит от того, как он себя сейчас самоидентифицирует. А то, какими он будет в следующем году себя атрибутами накачивать, даст свои проросшие плоды вот этих же атрибутов, когда Юпитер только будет уже там спустя, да, в Деве, в шестом знаке. То есть через там 24, 25, 26, к 27 году только. Но это мы брали такие какие-то немного негативные, да, примеры, с позитивными то же самое. Юпитер сейчас думает, вот надо быть дхармичным. Значит, телес наступает, он как бы у него начинает обрастать внешняя реальность с соответствующими атрибутами. Например, кто-то думает, надо быть семейным человеком, допустим. Значит, в тельце Юпитер заходит в телец, и эта самоидентификация обрастает атрибутами. Ну, то есть буквально, значит, семьей там или чем-то еще, не знаю, там. И, допустим, человек все хорошо делает. И, значит, в Деве получит результат от всего этого. Но Дева — это всегда проблема, как бы Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, что как огонь дымом покрыт, так любая деятельность, она с изъянами будет. Карма без изъянов не бывает. То есть по-любому любая деятельность будет какие-то изъяны. И Дева — это и принцип этих изъянов как раз-таки. Дева — это и есть принцип изъянов. Еще раз. Любая деятельность не лишена изъянов. Да? Деятельность — это у нас какой знак здесь? Третий. Тот же самый управитель, что и у Девы, да? Один и тот же принцип. То есть принцип действий и принцип, то есть принцип действий близнецов и принцип проблем Девы — это один и тот же управитель у них. То есть они рука об руку идут.
Поэтому дева это сам по себе знак проблем. В этом его как бы принцип, что все изъяны, они будут вылезать. Вот как у того человека, который сделал себе там какую-то там операцию или типа того, и вот он смотрит, что ай-яй-яй. Как бы. То есть изъяны какие-то от этого есть. Или что угодно другое. Человек думает, надо жить типа там и не париться, да? Но вот когда стадия девы наступает, он видит, что это привело его к плохому здоровью. Шестой дом. Болезни, враги, долги, препятствия, проблемы, борьба. То есть теперь ему с этим бороться надо, как бы. Надо дальше жить. Но вот ты сам как бы проблему себе создал. Ну или как бы, ну в любом случае сам. Ну то есть просто даже с самой своей установкой, что не в ту сторону пошел, допустим, не так, как может надо, например. Или так, как надо. Но в любом случае это принцип изъянов, что что-то по-любому как-то вылезти должно. По-любому какая-то должна быть ерунда. Это просто принцип девы. Это абсолютно нормально. Поэтому и у девы и психология такая, что дева она такая дотошная, скрупулезная, педантичная. Потому что вот эти вот изъяны, она дева чувствует и хочется вот как-то все вот идеально подчистить. И это принцип, через который она отрабатывает свою карму прарабдху, вот эту проросшую. Через усилия вот этой борьбы, труда вот этого, очищения. Поэтому и на внешнем уровне дева начинает мыть все, намывать, там чистоту наводить. Потому что она конюшня разгребает вот этих вот каких-то внутренних. В общем, это такой своеобразный принцип. Трудноватый чуть-чуть. Для именно вот воплощения, если. Но это в этом его смысл, что трудность, как бы, это его показатель. Но если дальше по этой логике следовать, то есть у нас самоидентификация, атрибуты, действия, потом просто вот первую парею, да, если завершить, потом рак наступает, четвертый знак, четвертая стадия, последняя стадия первой парея, водный знак. Это что? Эмоции. Эмоции, внутренний мир сформирован. Так? То есть идентификация задает атрибуты. Ну, то есть, точнее, в соответствии с самоидентификацией атрибуты возникают. Они как бы сами возникают, понимаете, из пространства. В соответствии с этим аханкар человека, уже эго, интеллект, да, Меркурий, как бы действует человек, то есть у него в близнецах это же информация, сети вот эти все. У него рационализм сводится, какой-то свой образ мышления появляется, как надо действовать, как надо думать. На основе атрибутов именно предыдущего знака. И он действует. И вот от того, что он вот это все делает, в итоге в результате формируется, оформляется внутренний эмоциональный мир. Следующий парьяя, этот внутренний эмоциональный мир трансформируется в Скорпионе. То есть трансформация-то внутри происходит. Трансформируется, а еще в следующей парьяе она приходит к освобождению, потому что цикл заканчивается. Потому что все. Все, что уже можно было, все уже было и сделано. И рыба это всегда мирный знак, добрый знак. И символ две рыбы. Одна туда плывет, другая туда плывет. То есть, ну, вроде завершили, а вроде опять Вовина, опять новое начали. Ну вот сами проследите, вот только что же Юпитер закончился жизненный цикл. Можно же понять, что ну все, все, что можно было достичь, достигнуто. Разве нет такого состояния?
Есть. Но при этом что? Но при этом начинаем опять. Так ведь? Начинаем дальше. То есть это вот принцип рыб. И в этом нет проблемы. То есть, ну, добрый знак, знак жизни. Ну, в соответствии с этим, опять-таки, вот, мы можем увидеть, чем является выражение этого знака рыб. Если знак рыб у нас это 2023, начало, да, 2023. То он есть не что иное, как трансформация 2018, как мы смотрели, которая истоком своим берет начало именно с периода рака. А период рака это 2000, где-то 14 год. Ну, у вас так или нет? Жизни было. 2014 год отметился. То есть 2014 год создается вот это внутренний эмоциональный, ну как внутренний мир. И поскольку мы тут Юпитер сейчас рассматриваем, это связано с моралью. Юпитер в рыбах, мораль. Юпитер экзальтирует, человек нравственный идеал как бы себе создает. Вот человек создал нравственный идеал. Дошел до экзальтации. То есть, опять же, Овен, да, начался когда? В 2011 примерно. Вот 2011 у него самоидентификация. Было же такое, правильно? Просто надо повспоминать. Просто я хорошо все это помню. 2010-2011 самоидентификация вот этого дживы воплощенного, которая этими циклами 12-летними живет. 2012 атрибуты с этим связаны. Это и знания какие-то, и там и информация тоже туда все как бы. Ну, просто тут специально слово знание используют, потому что информация это третий уже этап, но здесь разное понятие. В тельце знание и информация – это именно как знание, как атрибуты, как типа вот что. Есть вот такое, есть вот такое, есть вот такое в этом мире существует. Как бы это становится частью твоего мира, что вот такие вот вещи существуют, например, и они – это вот часть типа реальности, в которой я живу. Определенные атрибуты знания. Если у человека самоидентификация с миром там продажи недвижимости, да, каким-то, или там ставках на спорт, или там спортивные состязания какие-то там, не знаю, бег на лошадях, то у него и знания с этим тоже атрибуты оформляются, что вот масть лошади, он начинает разбираться. Вот лошадь такой масти, вот эти лучше бегают, эти так бегают. Это все относится к тельцу, к атрибутам, знания как атрибуты. А близнецы это уже знание как информация, что типа рациональные как бы схемы и связи. Что типа вот раз вот эта масть лучше, то значит я буду ставить деньги на ипподроме этом на вот эту лошадь. Мышление как бы близнецы. Ну и действия соответствующие. Но основывается все на этих атрибутах. Так вот, Юпитер формирует, вот Овен 2000, да, 11 где-то там был, Телец 2012, Близнецы 2013, то есть вот мышление в соответствии с этими критериями, схемы, рациональные какие-то вещи, ну там много всякого, долго это так будет объяснять, это именно вот принцип связи, да, вот схем таких логистических каких-то, в жизни буквально даже. И потом 2014, вот как бы
Юпитер начинает экзальтировать, и моральные, нравственные какие-то идеалы, то есть Джива себе формирует, то есть завершает первую треть цикла, первую парьяю, последним вот этим водным четвертым знаком, и формирует внутренний мир. Потом опять новый цикл начинается, ну, новая парьяя, как бы, во льве. У нас уже то эго, оно во льве уже такое, у него он как бы, как сказать, ну, то есть все то же самое, но только он уже, самоидентификация не как овна подвижная, а неподвижный лев такой царь, что вот он уже имеет царство свое, он имеет свой внутренний мир, свое мышление, свой как бы типа характер, да, третий знак, это также характер, врожденные качества. Свой стиль поведения, свои атрибуты какие-то, свою внешность и свое эго. Он все это уже имеет. Он такой на троне сидит, типа, вот я такой. Это мое эго, я такой. Но потом на следующем этапе он начинает уже в деву переходить и сталкивается опять со своими атрибутами. А вот какие у тебя теперь атрибуты, это в результате твоей кармы. Что из этого вышло? Начинаются изъяны вот эти всякие или еще что-то, начинается борьба. Он как бы, то есть это процесс обучения, грубо говоря, такой, что везде, где неправильно или что-то не то, там он, ну, в общем, просто принцип вот этот прарабдха кармы, прорастают вот эта карма. Ну, в общем, и так далее, и так далее. Все это движется и вот этими циклами. Потом в Скорпионе Юпитер заходит в 2018 и происходит в 2018 трансформация. Трансформация именно того внутреннего состояния, которое сформировалось в 2014. Оно до этого момента не менялось. Он как сформировал в 2014 себе моральный внутренний мир вот этот, он так с ним и жил. Но в 2018 наступает кризис, наступает изменение, трансформация. Надо что-то как бы скорректировать, поменять, трансформировать, изменить. Потому что либо уже так нельзя, потому что, ну, как бы... Просто я это объяснял уже, что либо кризис и падаешь, либо кризис, но перескакиваешь и двигаешься дальше, просто изменяешься. То есть период трансформации. Но это именно та трансформация того, что в 2014 было. И вот, наконец, 2023, все эти вещи освобождаются. Все. Конец. Освобождение. Нету больше этих моральных принципов. Нету. То есть цикл прожил. Как бы что-то понял. Как бы жизнь закончилась, начинается новый, как бы цикл. Ну и в этом новом цикле Вовне Юпитер теперь, да, он как бы живет в состоянии какого водного элемента, какого года, того, который вот получился в рыбах в итоге, понимаете, свобода. Он как бы свободен. Поэтому Овен это Овну так и надо, что чтобы эту самоидентификацию сделать, какую вот любую, какую ему взбредет, он не чувствует бремени никакого. Он как бы, у него сердце пустое, у него как бы, он как бы, как вот освободился в 2023 от этого. И так он и все, у него все нормально. То есть и мировоззрение такое, какое вот в 2023 получилось. И он с этим так и будет мировоззрением жить. Потом в это вот какой, если тут был 27, 26, 25, да, в 2025. Да, ведь? Примерно, да, 25-й будет. Или 26-й. То есть, вот в рак он зайдет. 25-й, 26-й год, да, примерно. В рак зайдет, вот там уже опять заново сформируется моральный идеал, которому вот и так далее, и так далее.
То есть это знак рака, это моральный идеал, внутренний мир и прочее. Это как бы что? Это еще можно назвать образно традицией. Знак рака – это традиция. Со своими моральными устоями, принципами, культурой. То есть формируется культура как бы в 2000, ой, в этом, на стадии рака. Формируется культура этого сознания. Что приемлемо, что неприемлемо именно с точки зрения культуры. То есть это брахманский знак. То есть культура это, как бы надо понять, что это отдельная вещь. Это полноценное понятие. Оно именно такого брахманического характера. Понятие культуры. Что никто не, ну как бы с практической точки зрения нет разницы, там как ты вилку там куда-то там, ну не знаю, там, может не вилка, какой-нибудь другой пример нужен. Ну, то есть культура это часть сознания, это то, что сохраняет сознание в чистоте. Это для внутреннего мира существует культура. Это основная ценность. Для, как бы, культура нужна, чтобы чистота сознания была. И от уровня культуры зависит чистота сознания. Если недостаток культуры, то сознание не будет в чистоте содержаться. Потому что культура – это просто внешнее выражение вот этих моральных ценностей, внутреннего мира и так далее. Потому что это все один и тот же знак рака. Ну вот как-то в итоге вышло, что стали Калу-Пурушу немножко транзит так разобрали. Ну, так тогда скажем, что вот это атовна. Это цикл атовна. Любой планеты. Просто мы взяли Юпитер под конец уже, да? Но это любой планеты касается. Она в течение своего цикла, там Марс, например. То же самое. Марс в Овен входит, все, новый цикл начался у него. Он сейчас, вот, ну, в общем, вот как полная аналогия с Юпитером, только по качеству Марса. Даже вот в рыбах Марс освободился, потому что, типа, ну все, все, что можно было сделать, я сделал по марсианской теме в течение года, например, да? Ну, ремонт, допустим, я думаю, для многих актуально. В том смысле, что как бы даже если нет ремонта, то есть именно просто вот, ну вот я хотел туда приколотить гвоздь, я приколотил, повесил туда там картину, да, или там кран надо было починить, починил. То есть рыбы все уже завершение. И это именно внутреннее состояние, если рыбы. То есть все эти энергии знаков точно так же отражаются и на процессах марсианских. То есть рыбы, эмоциональные вещи, вот эти, рак, скорпион, рыбы. Рыбы свобода. Все, он себя, значит, Марс себя свободно чувствует. Его ничто не гнетет, что там, а вот я там не успел, там или еще что-то, я не смог. Это уже все, как бы, ну, ты мог беспокоиться там пока, там, до этого момента. Но в рыбах он тогда уже освободился, и это уже все в прошлом. Рыба это прошлое. И сейчас он в Овен зашел. Все. Новый цикл, новая самоидентификация. Я вот как марсианин, он там какой вообще? То есть марсианские качества. Понятно, что больше всего, да, для кого это в семье, например, будет важно? Для мужчины. Что мужчина, например, может думать. Вот я вообще вот как Марс вот этот. Ну не то, что думать, у него самоидентификация, что я вот такой, типа. Я там хожу, добываю там мясо мамонта, да, приношу его там в пещеру жене. И я вот такой. У него четкий образ своего такого вот этого себя Марса есть. В соответствии с этим и дальше все как обычно. Атрибуты, действия, даже какой-то вот внутренний мир или культура, не знаю. Там. Но тут как бы индивидуально. С Марсом третий знак будет, да, особенно важен. Это как бы руки. Действие, то есть это навык, умение, талант. В этом случае близнецы намного более важную роль играют, чем с Юпитером, например. И те же самые процессы, те же самые законы, но только Марсом. Если Юпитер, все, что мы описали, проходит там за огромное вот это 12 лет, Марс это за год все делает. Ну, не за год, но
Там за полтора, да, например. Точно так же остальные планеты. Венера все то же самое за год сделает. И когда вот мы сейчас от Калапуруша это рассмотрели, и когда граха какой-то входит в новый цикл Вовен, это вот такое вот начало обозначает. Но это как бы подобно тому, как Новый год для всех в одно и то же время наступает Новый год. Но есть еще личный Новый год, да, день рождения. Это его индивидуальный солнечный год, Атмана, Солнца. Для всех в марте, или когда там, в апреле. В апреле Новый год, да, солнечный. Солнце входит в Овен. В марте он заканчивает, конец года, рыбы, процесс переходный, завершение такое. И вот апрель, солнце входит в Овен. Новый цикл начался, Новый год для всех. Все чувствуют это, все радуются. Новый год. Куча энергии, весна. Кругом видно эту энергию жизни, как она во всем живет. Но это универсально для всех, а есть индивидуально. День рождения. У человека день рождения наступает, и он понимает, все, завершился старый цикл, начался новый. И он точкой отсчета берет именно свой, как бы свои качества. То есть это первым домом является для него. Да, если для всех Новый год — это Солнце в Овне, это голова. Почему Новый год? Потому что это голова, первый дом, начало, первый дом. А для человека, у которого Солнце в Весах, например, это означает, что Новый год начинается индивидуальный день рождения, когда Солнце в Весах. И это так. Но это в его случае первый дом, это то есть его самоидентификация. А его самоидентификация, она всегда весами является, потому что это его лагна, солнечная именно, лагна в смысле. Это его день рождения солнечный. То есть Солнце завершило цикл, вернулось в тот же знак. И как бы, то есть я здесь хочу сделать просто акцент на самоидентификации этого знака, что оно всегда себя отождествляет, что вот я весы, и для меня, как для весов, прошел новый, как бы прошел мой как бы год, цикл. И начался новый, у меня новый год, весовский как бы новый год. Новый год с точки зрения весов начинается, у которого весы будет началом, а дева будет завершением. Очень, кстати, как сказать, символично, да, дева как раз прарабдха карма, и то есть очень такая черта заметная. Вот у вас наверняка, да, любовь, солнце в весах, и наверняка заметно, да, это, что прям индивидуальные циклы, что вот прошел еще один год типа моей жизни. Именно из-за того, что
ему всегда предшествует прарабдха карма, вот это в деве. Есть такое или нет? Просто не у всех это, в силу вот именно разных знаков. Но поскольку у весов так, что знак завершения, он как бы внешне выделяется из-за девы, что это прарабдха карма. Ну, как бы вообще тут своеобразно. То есть тут у вас всегда получается завершается год в деве, типа проблемы всякие, борьба и проблемы. А новый цикл знаменуется тем, что типа проблема заканчивается, но мы переходим в стадию как бы не нового рождения, как в случае с Овном, а мы переходим в стадию компромиссов как бы. Что типа баланс как бы находим. Что, типа, ну вот, баланс нашли, и вроде можно из этого точки баланса, это даже не баланс в смысле гармония, а баланс типа вот уравновесили просто, да? Ну вроде как-то жить можно, уравновесили. Ну и вот от этой точки, значит, отталкиваемся и новый цикл начинаем. То есть это не то же самое, конечно же, что вовне. Это именно компромисс вот этот какой-то. Там солнце, оно как бы слабо себя чувствует в весах. Но, тем не менее, черту вот эту можно найти. И с каждым знаком будет так вот индивидуально, потому что это Новый год именно вот типа вот этого знака. В общем, с солнцем, может, чуть посложнее, ну, в смысле, так-то все просто, как будто, но передать мысль не получается. Это лучше понять на примере других планет. Потому что цикл индивидуально начинается Марса, например. Там Марс стоит, допустим, в близнецах. И вот универсальный Марс, Новый год начинается, когда Марс в Овен входит. Марсианский Новый год. Но индивидуальный день рождения марсианский происходит, когда Марс заходит в близнецы. Он как бы возвращается. И человек, он как бы взрослеет, понимаете? Взрослеет по показателям этой планеты. То есть есть разница. От универсального от Кала Пуруши это... От Кала Пуруша это новый цикл, а от карты рождения индивидуальной это взросление. Это Новый год именно как вот, типа я стал старше по марсианским качествам на один год. Прошел год, я совершал марсианскую карму, и сейчас она как бы обнулилась, понимаете? Марс, допустим, у человека там во Льве, да? Значит, вот тут вот Овен, тут Стрелец. И вот Марс движется. Марс зашел в Овен, начался новый цикл. И человек чувствует, что это новый цикл. Но это новый цикл, как Новый год. Это просто новый, ну, допустим, давайте так скажем, что для нас Новый год объективный воспринимается как... Новый год объективный воспринимается как, типа, возможности, да? Что, ну, все, Новый год, новые возможности, весна, тепло, можно вот и то, и все, и пятое, и десятое. И также тут, что Марс... Новый цикл начал так, вот новые возможности какие-то марсианские, да, допустим. Но потом Марс доходит до Льва. И человек, у него, то есть как в прошлом году было, он, Марс у него, когда в Лев зашел, он как бы очередной день рождения марсианский случился. И он с того момента начал марсианскую карму совершать. Он ее совершал, начиная со Льва. Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен. И тут начинается новый цикл, но человек не заканчивает цикл своей кармы. Цикл кармы продолжает. Просто общий Новый год вписывается в его индивидуальный цикл жизни марсианской кармы. И потом Телец, Близнецы, Рак, и вот, наконец-таки, он обнуляется. И он обнуляется,
И вся та карма, которую он совершил, она как бы, то есть он ее воспринимает, что вот он обнуляется, возвращение происходит, что ну все, я стал старше на новый, ну, на один вот марсианский цикл свой личный, потому что я совершал в прошлом году карму от льва до рака, да, я вот так двигался, и вот теперь в результате этих действий все, пришли результаты. Это очень важно, что я сейчас говорю. Важен вот этот момент, что приходят результаты, понимаете? Но само понятие вот это, Марс вернулся, как бы. Это подобно тому, как человек, он в доме своем живет, и он куда-то уходит, и он ходит, что-то делает, 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 и возвращается с продуктами из магазина. То есть он вернулся и принес что-то. И также этот Марс, он во Льве начинает движение, действует, действует, и когда возвращается, он наконец-таки вот, все, пришел. И вот те продукты, вот эти пакеты, которые он принес, это вот как бы то, что формирует взросление. И человек эти пакеты вот понимает, ну вот, не зря сходил, повзрослел на год по марсианским качествам, стал более лучшим там строителем, да, например, или там еще кем-то там, воином. То есть так работают индивидуальные циклы. Это все понятно по поводу вот. Это процесс как карма, как бы, как сказать, нарабатывается в контексте личных качеств. Как карма нарабатывается в контексте вот личности. То есть как личность взрослеет, можно так сказать, по разным критериям. Но это мы взяли легкий пример, Марс, а то же самое касается Юпитера или Сатурна. Но Сатурн это совсем, да, такое, мы затрагивали уже не раз, что это 30, 60, 90, большие циклы, 30-летние. Но вот Юпитер, например, 12. Поэтому Юпитер, когда возвращается, то есть да, он вовне начинает новый цикл, там самоидентификация, потом атрибуты, потом вот это все. И так и происходит. Но с точки зрения индивидуальной кармы, он как бы, это два процесса, которые параллельно происходят, они друг с другом как будто не пересекаются, понимаете? Вот это атовна цикл и индивидуальный кармы цикл, это как бы разные циклы. И в случае с Юпитером там вот этот есть порядок. Ну и со всеми остальными планетами, что типа в случае с Калпурушей, то есть, что Овен это, то есть там все знаки выражают эти принципы, и они имеют вот главенствующим своим показателем именно этот принцип, что вот Овен это самоидентификация, Телец это атрибуты, Дева это прарабдха карма, вот как мы, я показывал на основе тех атрибутов, да. Там трансформация это изменение вот того, что в раке. Рыбы освобождение. И всякие вот такие вот вещи. И это все всегда одинаково, это всегда Овен, Телец, Близнецы, все имеет свой смысл. А в случае с принципом возвращения в свой знак, который в карте рождения нарисован, где там планета стоит, индивидуальный день рождения по этой планете, да? В случае здесь принцип другой совсем. Здесь принцип не цикла, который я описал, что самоидентификация Овна, атрибуты Тельца и так далее. А здесь принцип именно обнуления кармы. Здесь как бы принцип чуть-чуть попроще. Что в Овне ты рожда... в этом... в доме ты рождаешься, вот Марс уберем, да, там Юпитер. Вот Стрелец. Юпитер в Стрельце у человека. Он показывает конкретные качества этого Юпитера, что это дхарма, это уже с точки зрения судьбы, понимаете?
когда мы рассматриваем качество Юпитера, что какими качествами его стрелец наделяет, это мы, тем более в случае с Юпитером, это такого высокого уровня, как бы показатель дживы, с судьбой связана сильно эта тема. Мы просто показываем, в каком состоянии сознания находится джива, вот это перевоплощающееся существо, на какой он сейчас стадии в своей судьбе. Он на стадии дхармы, то есть он как бы, ну там долго, да, не раз уже объяснял там. И двойственность этой дхармы есть, и то, и то. То есть дхарма — это война, дхану, лук, оружие, символ оружия, да, у знака. То есть это сражаться за дхарму. Для этого ее нужно понять. Для этого нужно, ну и так далее, и так далее. Это просто описание, какой этот Юпитер. И вот этот вот Юпитер стрельцовый, со всей его дхармичностью, это кшатрия, да, стрелец, знак кшатрия. Вот этот Юпитер кшатрий, вот этот джива, проходит свои циклы вот эти стрельцовые, юпитерианские. И за 12 лет она вернется на то же самое место. И Юпитер — это жизненный опыт. И вот этот жизненный опыт обнулится, что вот юпитерианский день рождения. Да, 12 лет, 24, 36, что там, 48 и так далее. Юпитерианский день рождения, то есть этот Юпитер в Стрельце ходит и совершает свой цикл. Когда он этот цикл заканчивает, он приходит на то же место и такой как бы... Как бы я хочу здесь подчеркнуть опять, что это именно вот как в случае с теми весами, с солнцем в весах, что это для стрельца как бы делается. Это делается для вот натального положения Юпитера, что это Юпитер в стрельце. И это именно Юпитер в стрельце обнуляется, не просто Юпитер. Это именно обнуление индивидуальной кармы вот этой. Вот как Новый год, этот день рождения приходит, я стал на год старше. Кто я? Именно я, именно мое тело стало старше. Вот это тело, оно стало старше. И здесь точно так же, то есть оно вот конкретное, вот это тело. И Юпитер в Стрельце — это тоже вот конкретный индивидуальный показатель врожденный такой. И именно он делает свои циклы кармические. И вот за 12 лет он совершает карму. В ходе этой кармы там в какой-то момент происходит тоже там новый цикл, там самоидентификация, да, например, Юпитер вот тут вот в Овне там оказывается. Но начинается новый цикл Калапуруши, происходит самоидентификация личности, потом она обрастает атрибутами, потом мысли и действия, потом внутренний мир и мораль. Но это все не является индивидуальным, как бы для жизненного индивидуального опыта, который как бы более главенствующий даже, чем от Кала Пуруши. Для жизненного индивидуального опыта это только часть. Этот цикл, он как бы параллелен. Это как вот полная аналогия Новый год и день рождения. Новый год наступает, мы все это чувствуем, понимаем, но он для нас, для каждого по-своему. Потому что у нас в первую очередь не первый знак, а первый дом, точка моего рождения, откуда я начинаю жить, мое день рождения, вот что важно. Я по нему чувствую все свои циклы. И даже Новый год космический я чувствую относительно своего существования. Что вот что вот Новый год, значит, вот через там столько-то мое день рождения, да, например. Или если день рождения перед Новым годом, то... Ну, то есть мы всегда относительно своего дня рождения рассматриваем этот показатель. И также здесь, что главенствующим является эго. В этом же и смысл рождения.
почувствовать себя вот таким центром. Поэтому можно легко понять, насколько эгоистичны овны. Насколько овны считают, что мир вокруг них крутится. Потому что космический Новый год, который начинается в Овне, это индивидуальный Новый год, это день рождения. То есть человек видит, что так мир вокруг меня крутится, очевидно же. Это если день рождения в Овне, в Солнце. Поэтому такое эго. Из-за такой вот синхронизации создается иллюзия индивидуальная, что ну так что, вот же, мой день рождения наступает, и, пожалуйста, происходит, Новый год у всех начинает крутиться. Конечно, это я в центре всего. Поэтому Овны эгоистичны. И то же самое со всеми остальными планетами. Понимаете? У кого Марс там, например, в Овне, да? Он чувствует, что все марсианские циклы, все, ну, как бы у него отождествление вот это, что истинный воин — это я. И все цикличные вот эти марсианские процессы вокруг меня. Как бы, ну, то есть это более тонкие вещи, да, их только Джетиша можно увидеть. Но чувствуется-то прямо это все и выражается как эго марсианское. Или Венера, например, в Овне. И так далее, и так далее. Что угодно можно взять. Вот в этом разница. И в случае с Кала Пуруша это именно цикл, как я его описал. Это процесс жизненный. Описание жизненного цикла, описание вот как время движется и работает, по каким законам. А в случае с индивидуальной картой, это именно процесс кармической жизнедеятельности вот этой, что Юпитер в течение всего года, в течение всех 12 своих лет, начиная от Стрельца, заканчивая Скорпионом, жил и получал какой-то опыт. И вот спустя 12 лет он опять вернулся в Стрелец. И он как бы обнулился, он такой, ага, 12 лет прошло моих. Я стал старше по юпитерианским качествам. Потому что 12 лет я совершал карму по этим качествам. По теме морали, учеников, учителя, религии, дхармы, жизненного опыта. Я постигал эту жизнь, смотрел там, и там был, и там был, и там был, и так жил, и так жил. То есть все, что с Юпитером связано, то есть там и какой-то образ жизни традиционный, типа там семья и что-то такое, и традиция, там и еще что-нибудь, знания какие-нибудь. То есть все, что связано с Юпитером, совершал эту карму. И вот он как бы стал в результате этих действий взрослее по юпитерианским качествам на одну ступень, на один цикл. Вот, я думаю, все понятно. То есть вот задача здесь, именно что мы хотели, это вот здесь сейчас разграничить, показать разницу. Я думаю, правда, просто что это будет чуть быстрее. Что есть цикл космический, Кала Пуруша, а есть цикл кармический, индивидуальный, от карты рождения основанный. И они даже немножко разные принципы показывают. От Кала Пуруша показывают просто процесс хода времени, естественно, универсальный для всех. А от индивидуальной карты показывают процесс именно кармический, когда ты действуешь и за 12 лет, в случае с Юпитером, например, за 12 лет потом приходит вот как бы взросление в результате этой кармы. С любой планетой также. Даже с Луной также, эмоциональная составляющая. Мы это затрагивали, кстати, на каких-то там, да, недавних занятиях, что вот Луна, типа, как вот изменяется человек, да? Что, типа, привычка, говорят, меняется за 30 дней, потому что цикл Луны, потому что манас, самскары,
как бы обнуляется цикл. Если делать одно и то же, самскары одни и те же создавать, то целый цикл пройдет. С Меркурием, с информацией, навыком, да, техническим, вот этим, рациональностью и прочим, рассудок, как бы, потребуется год. А чтобы серьезный опыт приобрести, это 12 лет нужен цикл юпитерианский. Поэтому всегда, да, вот, ну как, традиционно ученик приходил к учителю там, да, например, научите меня там чему-то. Учитель говорил, что ну вот тогда 12 лет вот тут вот живи подле меня, служи. То есть целый цикл юпитерианский проживал, чтобы знание обрести какое-то. Ну, там много, в общем, я сейчас даже не хотел начинать это говорить. Там есть несколько смыслов этих 12-летнего именно периода обучения, потому что за 12 лет он мог закончиться, естественно, а мог только начаться через 12 лет, например. Там, в зависимости от кармических обстоятельств такого индивида. Вот в этом разница. И нужно попрактиковаться, ну как, нужно хорошо это понять просто. Хорошо понять и отслеживать, смотреть свои транзиты просто. Вот когда, какой день рождения, да, будет происходить. Когда какой день рождения будет происходить, когда какие циклы начинаются. Вот как сейчас куча всего, там Солнце, Меркурий, Юпитер. Еще Раху сейчас стоит в Овне, но это, я говорил, другая, там это отдельное объяснение. Ну, принцип как бы такой же, но просто Раху, Кету, там, ну, Раху возьмем, да. Смысл в том, что Раху, он возвращается в Овен, это его последний знак. В обратную сторону движется. Рыба первый, Овен последний. Но Овен это всегда принцип начала, поэтому он как бы возвращается к тому, с чего начал. И в этом его завершение. А потом рыба, новое начало. В рыбах он начнет, как бы, это первый для него будет знак. Как бы. Но... Нет, ну рыба для него как бы не первый знак, но просто рыба для него это атрибуты. Второй знак. То есть Овен по-любому первый. Но просто ирония такова, что для Раху Овен он и начало, и одновременно завершение. И поэтому следует его как завершение рассматривать. Завершение, которое происходит в виде, типа, начинаем опять заново. Повторение такое. А потом второй дом атрибутов для него будет рыба. И это как бы и тоже знак прошлого. То есть, как бы, опять из прошлого такие. В общем, это кармический цикл, он специальный, это же майя, она цепко держится, чтобы не выпустить тебя из, как бы, своего кармического какого-то вот этого цикла. Ну, это реально такая совсем другая большая тема, и этот транзит именно, вот, принцип Раху, если понятен, то все более-менее ясно, за исключением, вот, знака Овна, и рыб вот этого процесса перехода, вот, завершения старого цикла, начала нового цикла. И просто это такая тема, что ее нужно отдельно объяснять, именно этот транзит, что вот Раху в Овне и в рыбах. Кстати, была же публикация, можно посмотреть, что-то там на этот счет написано, что типа Раху в Овне. Ну там, насколько я помню, там написано было так, что... Написано было так, что я подразумевал основную идею объяснить в рыбах. Поэтому так или иначе,
этот транзит Раху его нового цикла, он требует отдельного объяснения, детального, чтобы уж нормально понять всю природу этого вот метафизического, ну как его назвать, природу этого процесса, в общем. Ну все, если все понятно, тогда на этом закончили. Ну все, до свидания.